Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как перевести валюту с карты на карту Тинькофф Банке. Для того, чтобы переводить валюту, конечно же, у вас должен быть открыт валютный счет. Это может быть доллары и евро. Так что переводим мы только в этих двух валютах. Конечно, валютных счетов в Тинькове огромное количество, но переводим мы либо в долларах, либо в евро. Для этого с главного экрана мы выбираем тот счет, который нам необходим. Это может быть как доллары, так и евро. Нажимаем на нужный нам счет и видим «Перевести». Нажимая на «Перевести», нам выйдут предложения самые разные. И мы в итоге выбираем самое нижнее предложение, это SWIFT-переводы. Нажимая на SWIFT-переводы, как раз таки мы попадаем на переводы на какую-то иностранную, например, валюту. Да? То есть это либо переводы за границу, либо переводы также на русскую карту, но именно в валюте. И мы должны выбрать, кому мы будем пересылать, либо юридическому лицу, либо физическому лицу. Но независимо от того, физическое или юридическое это лицо, нам необходимо знать IBAN и также номер SWIFT. Мы вбиваем эти данные, вводим необходимую нам сумму и нажимаем «Перевести». Все, ничего сложного в этом нет. Единственная сложность, которая может возникнуть, это как раз-таки в том, чтобы узнать свои данные. То есть это IBAN и номер счета SWIFT. Если брать Тинькофф, то его очень легко найти. Это необходимо найти реквизиты. Реквизиты найти также достаточно просто. Необходимо нажать на вашу карту. То есть, какая у вас есть дебетовая карта, мы нажимаем на нее, и сразу вылезут различные настройки, в том числе реквизиты. Мы нажимаем на реквизиты и увидим, что реквизиты у нас бывают разные для рублевого счета и для счета в валюте. Как раз таки мы открываем счет в валюте, то есть мы видим доллары, евро. И увидим как раз-таки абсолютно все данные, которые нам необходимы. И как раз эти данные для того, чтобы переводить валюту. То есть, как вы видите, все достаточно легко и просто. Открываем счет в долларах либо евро, нажимаем «Перевести», «Swift перевод». И уже вводя все данные, нажимаем «Перевести». Ну и, соответственно, деньги приходят на карту получателя в той валюте, в какой вы и переводите. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!